Здравствуйте! Сегодня у нас будет эксперимент с вирусами. Я не припомню, чтобы я заражался чем-то подобным, но вот какое-то время я собирал всякие разные вирусы, которые мне приходили на почту, и сегодня я буду вместе с вами их запускать и посмотрим, что у меня будет происходить. Может быть, через некоторое время, если будет интерес к этому видео, дайте, пожалуйста, знать об этом в комментариях. Я покажу, что же у меня произошло с моим компьютером. Это мой домашний компьютер. Здесь установлен антивирус, вот такой вот 360 Total Security. Опять же, скажите мне, пожалуйста, в комментариях, кто считает этот антивирус эффективный, неэффективный. Стоит его устанавливать, стоит ли ему доверять. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением. Итак, давайте по очереди. Вот Марк Уильям прислал мне письмо, вот где он пишет, что я прошу прощения за вторжение в вашу частную жизнь, особенно путем контакта с вами через этот инструмент для деловых операций такого масштаба, но из-за своей серьезности и срочности стало необходимым для меня обратиться за вашей помощью. Но видно, что немножко тут исковеркан русский язык, вроде бы как и не переведено все, хотя говорят, сейчас Яндекс-переводчик очень-очень качественно переводит на русский язык. Поэтому все может быть. И он, как всегда, я думаю, что вы тоже сталкивались с такими мошенниками, которые предлагают там тра-ля-ля, свяжитесь со мной о переводе 7 500 000 долларов, тра-ля-ля, и присылает. То есть можно ему написать, можно с ним как-то покоммуницировать. Ну, давайте напишем ему. Здравствуйте. Удалим шапку. Здравствуйте. Готов обсудить детали. Что от меня требуется? Ну, посмотрим, что он нам ответит. Некоторые получатели указаны неверно. Какие? Какой-то там undisclosed recipients. Удалим, отправим. Улетел. Прекрасно. Давайте дальше смотреть. HR менеджер. Добрый день. От вашего имени поступил запрос на открытие доступа в нашем проекте. Запрос был успешно одобрен. Поздравляем. Остался всего один клик до получения доступа. Если у вас возникли проблемы или остались другие вопросы, напишите нам в специальной форме в личном кабинете. Ну, давайте. Пинелимбо веб-сайт. Давайте попробуем смотреть видео. Заработай до 120 долларов в час уже сегодня. Обязательно досмотрите этот ролик до конца, чтобы получить ответ. Я видел уже это видео. Какие-то, как же это называется, опционы какие-то непонятные. То есть код успеха, все понятно, это я уже все видел. Получить доступ, отзывы, все красиво, все замечательно, но не буду я в это все дело играть. Попробуйте, если кто-то играл уже в такое дело, то поделитесь. Вот, скорее всего, это туда же ведет, на этот же сайт. Да, точно так, точно такое же, да. Вот молодцы, они, конечно, бомбят со всех, как говорится, пушек. То же самое. Да, все туда же. Код успеха, хотя адреса разные. Доброжелатель, то же самое. Денис Сергеевич, вакансия удаленного сотрудника. Ну-ка, то же самое. Молодцы. Так, Марк Уильям, это тот же самый товарищ. Мы ему... О, уже на украинском языке, кстати. Точно так же, 7500 долларов, только уже по-украински. Любий друже, я прошу вибачення за вторгнення в вашу конфіденційність, особливо зв'язавшись з вами через цей інструмент для ділових операцій такого масштабу, але через його серйозність і терміновість мені стало необхідно звернутися за вашою допомогою. Тобто текст точно такий же, як в предыдущому письмі від цього товариша, тільки адрес вже немножко другой. Вот, то есть 7,5 мільйонів доларів, дочка, там, друг, кум, брат, сват, помогите, там, тра-ля-ля. За небольшой процент я помогу вам связаться, получить эту сумму. Итак, это, скорее всего, тоже наш этот уже полюбившийся код чего там, код богатства не хочет. Ладно, смотрим дальше.
Специалист. Ну, молодцы, то же самое. Уже какая-то нерабочая ссылка. Ага. Ну, тоже правоохранительный орган или кто-то там тоже не дремлет, подчищает. Или они чего-то там меняют у себя. Ну, скорее всего, навряд ли правоохранительные органы, скорее всего, не просто сами время от времени эти ссылки убирают. Это уже не рабочее, это за март месяц в личный кабинет. Тоже не хочет. Дальше. DHL Express. То есть тут чего-то там. Откройте. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем открыть. Ага. Какой-то код. Тра-ля-ля. DHL. Оно интересно. DHL.com. Ну, интересно. Прям берут, наверное, background image. Берут какую-то картинку с непосредственно самого сайта DHL.com. Ну, не знаю. В коде HTML я не очень силен. Давайте скачаем, откроем. О, вот оно что. Донос, контакт форм, пароль, войти. Ну, то есть вот стандартная история, скорее всего, для воровства паролей. Ну, если сейчас я введу пароль от своего почтового ящика, то, скорее всего, я лишусь этого почтового ящика, чего бы мне не хотелось делать. Поэтому я этого делать не буду. Ну, стандартная ситуация. То есть какой-то сайт, который просит ввести какие-то пароли. Естественно, они потом попадают к так называемым злоумышленникам. И мы расстаемся со своей какой-то собственностью. То есть, естественно, нужно смотреть на адрес, куда мы заходим. Это все прекрасно знают. Но почему-то это не теряет, так сказать, актуальности, и они до сих пор пользуются, казалось бы, такими примитивными способами. Так, Мартинс. Опять DHL. DHL. Тра-ля-ля. Давайте, чпех. Что у нас тут пишут? DHL Global Forwarding. Что у нас тут такое? Department. Внимание, сэр. Информируем. Ваша посылка. $1,700,000, $700,000 waiting destination address. Типа моя посылка получена и ждет дальнейших действий. 57 евро только, всего лишь 57 евро будет стоить чего-то там, обязанности отправки, а изменить, то есть она, моя посылка, потеряла в пути неправильно указанные реквизиты получателя, то есть меня, посылка стоимостью $1,700,000, и всего лишь за 57 евро мы готовы все исправить и пришлем вам вашу замечательную посылку. Джеймс Акики, Того, Лом, 57 евро, тун-тун-тун. Феликс, телефон номера, WhatsApp, номер WhatsApp, тан-тан-тан, свяжитесь, и все будет прекрасно. Замечательно. Опять же, находятся, наверное, такие умники, которые... Вот, update delivery details in untouch. То есть, изменить детали отправления в приложении. Где? Ага, вот. Ну, давайте откроем опять. То же самое, какой-то код. Давайте скачаем, запустим. Подтвердите действие. Success. Scanned viruses. And... Успех. Файл был отсканирован на вирусы и опасный контент. Тра-ля-ля, все хорошо, вы молодцы. О, ну и опять же. Protect Online, DHL. Все вроде бы как красиво и замечательно. Красивая форма. Логотип DHL, New Online File, введите пароль, пам-пам-пам. Ну, естественно, никакие пароли я вводить не буду. Ну, вот такой вот небольшой обзор вирусов, которые попали ко мне через почту. Делитесь, пожалуйста, своими какими-то случаями. Подписывайтесь на канал, дзенькайте в колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Всем успехов, до новых встреч!